Всем добро! Меня зовут Михаил Соколов. МС. Михаил Соколов. Я знаток мирового рэпа. Да, и респект и уважу к этим крутым рэперам, да, которые правят всем рэп-миром, да. Эминем, Кенни Уэст, мы фанаты касты. Ю! Вообще, я с детства мечтаю быть крутым рэпером, чтобы у меня была куча бабла и толпа тёлок. Я бы такой бы пока говорил. Йоу! Камон! Йо-йо-йо, всем привет! Я МС Соколов Михаил, рифмы король, котов господин! Сегодня я представлю свой первый трек Лени Нет. Лень, это зло, Лени Нет. Обычный будний день, что делать не знаю, лежу на диване, от скуки помираю. Но тут в голову пришло много идей. Может сходить погулять? Ну мне что-то как-то лень. Может пойти поиграть в мяч? Ну мне что-то как-то лень. Может сходить в музей? Ну мне что-то как-то лень. Че мне все лень-то? Че, какой-то олень? Лени Нет, Кшиштоф. Лени Нет. Да проснулся, глаза открой. Целый мир перед тобой. И скажи ему в ответ. Лени Нет, Кшиштоф. Лени Нет. Я не поэт, не писатель, далеко не сатирик. Но этот трек я придумал, сидя на сортире. What you gonna do now? Look at me, fool. Look at me. Look at me when you die. I can do this all day. You ain't ballin' now, huh? You ain't ballin' now. Fool, I'm a maniac. I can't be stopped.